На мой взгляд, национальная платежная система крайне важна для экономики нашей страны. Потому что в то время как, допустим, все сотрудники сейчас получают зарплату на кредитные карточки, имитируются эти карточки в России, но реально этими деньгами распоряжаются, по сути, западные компании, центры которых находятся вообще в Америке, как не секрет, как Visa, MasterCard и многие другие. А в случае с национальной платежной системой мы уйдем от этой зависимости, сможем имитировать эти карточки сами и сами контролировать платежи внутри этой системы. Она будет в первую очередь в национальной валюте. И учитывая то, что большая часть населения России не покидает пределы Российской Федерации на протяжении многих лет, я думаю, что она будет востребована, и внедрить ее можно, в принципе, уже сейчас.